Вчера отдел полиции номер один тоже вводил режим крепости. Ничего не поясняем. А я хотел бы написать заявление. Что? Написать заявление. Обратитесь к сотруднику полиции. Надо конституцию охранять, а не от конституции. Ну вот мы видим, там тоже сотрудники съехали. Как народа-то боятся. То есть вот это вот убогое здание, это отдел полиции, да? И всех пропускали. Это бывший сад, да? Это получается, нельзя зайти написать заявление, нельзя, допустим, узнать о судьбе человека, нельзя какую-то передачку принести, да, вообще ничего нельзя. Я в армии 26 лет служил. Колонну по одному, едем в Эфиопию. И пошли делать. Едем в Египет. И здесь. Хочешь жить? Делайте, не хочешь жить, принимайте. Когда у нас был Советский Союз, там было нормально. Забаррикадировались. У нас была нормальная А что ж просрали? Интересно, если у человека что-то случилось, ему нужно в полицию обратиться. Если человека убивают. Им, видимо, дали команду никого. Вам нельзя, вам вообще.